Наш размер. Ой, девчонкам нравится морковку мыть. Надо еще ковер намыть. Да. Малину завтра, да? Да, так она еще подозреет. Стручкову это ты рвал еще? Стручкову нет, еще не рвали. Ну, я говорю, морковку надо будет мелкую попропускать, чтобы только блины заморозить. Тогда завези меня завтра, я всего возьму, чтобы меня потом, да? Да. А я тебе еще раз штрудельку. С капустой. Я тебя знаю. Капустный штрудель. Назовем это так. До пенсии твоей, 50-летней. Вот нет, так вот, бракует Ленка. Нифига себе. Здорово, можно их сломать. Вот силушка-то. Так. Идет сбор урожая морковки. Уже собрано сколько? 4, да, кошеля? Это пятый? Да. Пятый кошель идет. Такая корзинка. Морковочка хорошая. А тут что-то морковина валяется. Это что, плохая? А это стрелка, которая... Вот. Вот этот, а не стрелка. Смотри. Что-то это... Давай сюда. Откинут. Она накидала. Я вот так ложу ровненько, потому что жик-жик-жик, момент надо. Вот так вот. У деда выработана своя это... Свой план работы. Сначала вырывает несколько рядков, складывает в одну кучу, потом садится на табуретку и обрезает корешки... И вершки. И все. И девчонки берут кошели и везут их мыть. Потом немножечко вымачиваем в марганцовке, чтобы убить всю заразу и для лучшего хранения. Морковка хорошая, крупная, большая такая вот. Так. Разного размера и берешь, и тебе надо. В общем, развел по разным сторонам. Так вот обрезаем вершки и корешки. Морковочки разного калибра. Меленькие завтра пропустим. Заберем в город в морозилку. Меленький браковичка. Да, меленькие, бракованные, треснутые, всякие разные. Чистить их летом можно. Тут троять ножиком, моментом чищу. Ну, так, вот такие вот у нас морковинки. Мо. Да, морковь мо. Сажаем мо. Только такой сорт. И хранится хорошо для хранения, и в готовке она хорошая, вкусная. Вот остался еще краешек такой. Уже там с клубники вытащил дед. Кошель получился, там были... Два. По... А? Два. С клубники два? С клубники два? А там, хотя мы и брали, там и на еду вытащено, потому что там пореже. Чем реже, тем крупнее, наверное. Там вытаскивалась крайне. Да, и вытаскивалась, но... И это крупная. Не, да, морковка вся хорошая в этом году. Да и обычно как-то с морковкой проблем нету. Как это деревья убирать? Да, крупная, хорошая морковка. Она и росла красиво. Да. И уж не так знать много и в цвет ударивши. Ну, это все равно какие-то семена, видать, попадаются чуть-чуть. Без этого, мне кажется, каждый год. И в том году было все равно немножко. Так, у деда дано ЦУ, как обрезать правильно. Так, у девчонок уже намыта и продезинфицирована морковка, два ящичка. Что
Два, там уже четыре. Где у вас еще четыре? Туда свезла, тебя пока ждала. Его просто это. Ну, просто иди фотографируй, там красиво. Там красиво. Вот девчонки дружно намывают ее. Девчонки, чего вы там ищете? Надо грабли какие-то взять. Сетчатки-то ничего не получится. Женька, так ты слей воду, раз мы ее будем сливать. Давай. Давайте мне на ноги. Давай. Так, часть морковки намыли. Ополаскиваем бачок и загружаем новую партию. Вот таким конвейером работаем. Так, набираем водички с кубика. Вот, на порцию прибавим. Опа. И несем. Так, загрузили морковку. Сейчас будем продолжать мыть. Так, привезли морковку и начинаем рассыпать ее в один ряд. Да. Не выкидывайте клееночки от душевой. Какая яренькая морковка, да? Красивая. 300 рублей килограмм мытая. Мы не продаем, самим есть нечего. Угу. Серега повез очередную партию. Да, чтобы не говорили, что... Работники работают, да. Клюют меня, клюют. А то клюем его, ничего не делает. Так хоть довезет. Вот оно. Берем. Вот молодец, одной левой. Вот приходит Сереженька. У Сережи все получается. Сережа молодец. А где ящики теплые? Ничего, научится. Научится. Я в интернете вижу все рецепты какие-то. Легкие. Она на шефа Юрьева подписана. Морковка, конечно, просто... Красота, песни. Ну вот, немножко обмакнули водичку с марганцовкой и высыпаем по ящичкам. Вот так вот дружно. Одна там на заднем плане, другая в центре кадра. Не, морковка хорошая. Треснула, наверное, когда высыпается, видите? Не, а та она в это. Зима, смотри, сама по себе треснет. Вот смотри, какая большая, а начинает трескать. Жизнь у нее такая. В общем, собираем вовремя, пока не растрескалась. Если бы, наверное, подержали, было бы больше, наверное, треснутых. А сейчас. В этом году все трескается. Огурцы, помидоры. Огурцы не трескаются. Огурцы не трескаются. Ты чего такого? Я такого ни разу не видел. Харя от них трескается, это точно. Так, ловись, рыбка большая и маленькая, да? Деловуха. Потом сфоткайте. Ну вот. Что-то дед пожадничался и больше забрал морковки. Так, остаточки морковки, да? Вот столько ботвы. Морковины, которые оставлены, это, они пошли в цвет. Такие. Оп. Они для еды не пойдут, они жесткие. Получается 6, 7, 10 кошелей получилось. Этот, если рассыпать, там были неполные. Как раз 10 кошелей.
мелкое, да, подозрительное, вот такую, это сразу посылать на переработку. Она такая, знаешь, лежит плохо. Ничего, а вот еще одна. Ура! Меленький. А, это коровец. Все. Все. Ну вот, выходим на финишную прямую с морковкой. Ну вот, последняя морковка поехала. Дольче Габбана. Не, Васильевна говорит, куда вам столько морковки? Ну вот, последняя морковочка. Да, ну? Что тут кушать, да? Нет, мы будем по 2 доллара покупать за морковку. Ну, у нас не по 2, у нас по доллару. Все дураки. Это, видать, в Москве по 2. А я прям так расряхивал. Как-то. Ну вот, Елена высыпала у нас последний ящик морковки. Вот такой вот неплохой урожай у нас получился. На 7 человек хватит? Да, на 7 человек хватит. Вот такая красивенькая, яренькая морковочка. А на этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, ставим лайки, пишем комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если хотите. А я хочу пожелать всем здоровья, удачи и до новых встреч. Всем пока.